Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваша», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. К столетию чувашской автономии глава республики подписал указ об учреждении юбилейной медали. Без барьеров. Специалисты благотворительного фонда провели мастер-класс для педагогов. С Днем театра! В Чебоксарах прошел конкурс любительских коллективов. Глава республики подписал указ об учреждении медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Об этом Михаил Игнатьев объявил на очередном заседании Кабинета министров. Сегодня члены правительства утвердили ряд важных документов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Медаль в память о столетии чувашской автономии станет наградой за особые заслуги в развитии республики. Михаил Игнатьев поручил начать работу над эскизом знака отличия. К юбилейной дате региональным властям необходимо реализовать целый ряд задач, обозначенных в послании президента. Комплексный план сегодня утвердили члены Кабмина. Вы должны сейчас по обеспечительским мероприятиям в правоприменительной практике своими управленческими командами должны четко расписать ответственных должностных лиц. Развитие малого бизнеса, ликвидация несанкционированных свалок, капремонт школ, поддержка малоимущих и многодетных семей. В стратегическом плане приведены конкретные цели. Крайне важная программа для муниципалитетов, земский учитель, отметил глава региона. Это новые направления, это просьба регионов. Президент поддержал, на самом деле. В перспективе тот кадровый дефицит должен быть максимально ликвидирован, по сути дела. Прежде всего, в сельской местности. Встречаться надо с выпускниками учреждений среднего и высшего профессионального образования для того, чтобы у них тоже понимание было. Потребность у нас была в прошлом году на 1 сентября 98 педагогических работников, но из них актуальный спрос у нас составлял где-то 30 педагогических работников. То есть позитивно к этому относится, Михаил Васильевич. На реализацию региональных проектов в сфере медицины в этом году направят более 2 миллиардов рублей. В планах строительство ФАПов, модернизация больниц и развитие электронных технологий. Основная цель реализации регионального проекта в сфере здравоохранения – достижение 2024 года роста ожидаемого продолжения жизни не ниже 78 лет. Важную роль в этом должна сыграть реализация инициированной главой республики. В 2018 году ведомственная программа «Мужское здоровье» на него уже направили 46 миллионов рублей. Но властей республики беспокоят так называемые внешние причины смертности. Отравление, ДТП, несчастные случаи на воде. Глава региона отметил, что здесь на первый план выходит профилактика. Мы здесь дополнительные какие-то акции должны проводить. По ДТП мы много обсуждали, знаем, как нужно дальше, значит, предпринимать те или иные меры. Перекрестки там с разными подсветками делаем. Еще одна тема – подготовка к сезонным полевым работам. Все хозяйства региона обеспечены семенами. Посевная площадь превысит 500 тысяч гектаров. Аграриев волнуют цены на ГСМ. Заключено соглашение о регулировании цены на топливо. В настоящее время продлено еще на 3 месяца до окончания посевных работ. Для покупки необходимой техники, удобрений и топлива аграриям окажут господдержку. По прогнозам, посевные работы начнутся с середины апреля. И еще одна важная новость. Сегодня члены правительства приняли постановление, по которому распределят субсидии муниципалитетам на ремонт спортзалов. В этом году работы проведут в 29 школах. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика. Диалог за круглым столом. Михаил Игнатьев встретился с представителями регионального отделения партии ЛДПР. Слушать и слышать. Дельные предложения рождаются в диалоге. За круглым столом глава Чувашии, глава администрации и лидеры регионального отделения либерал-демократов. Мы работаем на общий наш результат, чтобы была стабильная общественно-политическая ситуация в республике. Фракция ЛДПР – активный участник парламентских сессий. Ее представители детально разбирают все предлагаемые законопроекты, внося свои предложения. Одна из инициатив – внести изменения в квалификационные требования, определяющие регламент работы помощников парламентариев. Это поможет депутатам всех фракций объединять вокруг себя единомышленников в городе и на селе. Мы готовы всегда с вами встречаться, выслушивать ваши пожелания, предложения. И те предложения, которые по содержательной части касаются, на самом деле, повышения благосостояния жителей Чувашской республики, всегда они отражаются в наших решениях. Или в управленческих решениях, или в политических решениях, или в наших нормативно-правовых актах.
А в Чувашском региональном отделении партии «Справедливая Россия» прошла пресс-конференция, посвященная выполнению задач и поручений в сфере социальной политики, объявленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Встреча состоялась в рамках Всероссийской пресс-конференции партии «Справедливая Россия». Она проходит во многих регионах страны. Речь шла о важнейших социальных законопроектах, без которых, как считают справедливоросы, невозможно реализовать многие положения послания. В их числе рост минимальной потребительской корзины, уровни зарплаты, обеспечение редкими лекарственными препаратами нуждающиеся группы населения, установление более жесткого контроля за тарифами ЖКХ и другие. Отдельное внимание пенсионной реформе. СССР считают, что в нее необходимо внести некоторые корректировки. Действующая бальная система, на их взгляд, абсолютно не учитывает специфики трудовой деятельности, накопленного стажа и уровня получаемой зарплаты. В стаж обязательно должны войти так называемые нестраховые периоды, как то служба в армии, отпуск по уходу за ребенком. Кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году, продолжается. У налогоплательщиков впереди еще месяц. Кто должен обязательно отчитаться о доходах и как это сделать, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Если в 2018 году человек, например, продал квартиру, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения, или сдавал в аренду жилье, или получил в дар автомобиль не от близкого родственника, то в 2019 году он должен отчитаться о своих доходах. Декларацию можно подать в бумажном варианте, как это сделала я, а можно в электронном виде. Кстати, в Чувашии уже более 20% налогоплательщиков именно так заполняют и подают декларации. Быстро и очень удобно. Впрочем, неважно, какую форму выбрать, главное – отчитаться в срок. На сегодняшний день, как Станислав Майорович у нас уже отметил, у нас продекларировали только 29% от обязанных. За 2018 год обязаны нас продекларировать более 7 тысяч плательщиков. В случае, если налогоплательщики обязаны продекларировать свои доходы, не представят в сроки, установленные налоговым кодексом, то есть до 30 апреля 2019 года, данную декларацию, то при представлении декларации уже в более поздние сроки они будут привлечены к налоговой ответственности и к штрафу не менее 1000 рублей. В апреле налоговая служба переходит на особый режим работы. Сотрудники будут работать с 9 до 20.00, а 4, 5, 25 и 26 апреля пройдут дни открытых дверей. Всем желающим здесь подробно расскажут о порядке декларирования доходов, о том, как получить налоговые вычеты и помогут в заполнении налоговой декларации. Заплатить НДФЛ по предоставленным декларациям необходимо до 17 июля. Причем за каждый день просрочки уплаты налога будет начисляться пеня. Галина Титарчук, Валерий Резюков. Республика. Сначала миллионные доходы, а затем судимости, штрафы принес пятерым жителям Чебоксар незаконный игорный бизнес. Благодаря грамотно спланированным действиям правоохранители смогли пресечь незаконный бизнес, несмотря на тщательную конспирацию злоумышленников. Последние периодически меняли местонахождение салонов и телефонные номера. Организаторами преступного бизнеса была отработана четкая система конспирации. Она включала в себя охрану и доступ в игорные салоны только ограниченного круга посетителей в целях предупреждения возможного нежелательного проникновения в них посторонних лиц. Установлено, что этот незаконный бизнес принес злоумышленникам доход на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В результате 15 обысков следователи изъяли 33 игровых автомата и другую технику. Все члены организованной группы получили наказание в виде условного лишения свободы на срок до 2 лет со штрафами от 180 до 450 тысяч рублей. Финал межпредметной олимпиады «Наше наследие» собрал в Чебоксарах более 250 умников и умниц. 3 дня они решали задания, проверяя свою эрудицию, логику и память. 2, 3, 4. Медиа-наборщики и головоломки. Чтобы их решить, знаний только русского и математики недостаточно. Олимпиада межпредметная. И в финал проходят те, кто успешно преодолел школьный, муниципальный и республиканский этапы. Мы готовились в школе, аудирование, медиа-наборщик. Это командным туром. К индивидуальному мы готовились также и дома. Примеры решали, писали соответствия, учили стихи. Делали у кого чтение, просто в Москве проходили тренировки и на сайт высылали задания. Кто мог распечатывать, распечатывал и делали задания.
Из года в год меняется общая тема. В этот раз – города Поволжья. Группа педагогов разработала задания для командных соревнований и индивидуальных зачетов. Если мы возьмем запоминание стихотворений, вот чемпионы у нас за 4 минуты запоминают 5 четверостишей с автором и заглавием до запятой. Или вот сейчас недавно прошел финал в Казани, победитель за 1 минуту запомнил расположение 30 изображений и без одной ошибки записал. То есть это дети с уникальной памятью, с интеллектуальным развитием. Задача с листа – это лишь часть испытаний. Истинные интеллектуалы должны уметь ориентироваться и проводить исследования в музее, даже если это ребята 3-4 классов. Школьников этой возрастной группы собрал финал в Чебоксарах. Старшеклассники соревновались в Казани, ученики среднего звена в Костроме. Финал в столице Чувашии стал самым массовым. В Чебоксары приехало почти 250 школьников из 26 регионов России. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика. Как обучать детей с ограниченными возможностями здоровья? Специалисты благотворительного фонда имени Ани Чижовой провели 2-дневный мастер-класс для педагогов Чувашии. С помощью такого упражнения у детей с тяжелыми нарушениями развития улучшается сенсорика и процессы восприятия звука. Организаторы мастер-класса демонстрируют все приемы работы на практике. Даже я сейчас фасоль чувствовала на ощупь, какая она теплая, какая она гладкая, какая она, ну, скажем так, маленькая на ощупь, да, а вот эти ощущения основные. Снять барьеры в общении с особенными детьми, быстро установить контакт и не бояться возможных тяжелых проявлений болезни ребенка – цель 2-дневного мастер-класса. Участники – 130 учителей и воспитателей со всей республики. В любом случае и обычные учителя должны знать, как работать с таким ребенком, потому что сейчас у нас же программа инклюзии вводится в школу в том числе. Обучение – это не обязательно освоение каких-то академических навыков, умение читать, писать или считать. Для наших ребят обучение – это увеличение качества их жизни, то есть увеличение возможности чувствовать свое тело, увеличение возможности, то есть снижение возбудимости общей, получается, нервной системы. Занятия прошли впервые в рамках проекта «Мы тоже хотим в школу» при поддержке республиканского Минобразования. Организаторы надеются, что мастер-класс поможет педагогам эффективнее работать. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Валерий Рязюков, Республика. Сегодня весь мир отмечает День театра. Вместе со взрослыми в этом участвуют и дети. В столичном Доме культуры «Ровесник» прошел конкурс любительских театров. Все как у взрослых. Сцена, свет, звук, настоящие костюмы. Формат постановки детский театр выбирали сами. Маленькие актеры играли с удовольствием. Для Златы Унгурян это выступление стало дебютом. Спектакль почти мюзикл. На этот эксперимент постановщики пошли сознательно. Такого мы просто ни разу не видели, чтобы дети именно пели, и решили попробовать. Потому что в основном сказки ставятся в прозе. Интересная новая работа. Перед детьми стояла непростая задача. Мало иметь просто желание играть. Надо еще все запомнить и не перепутать. Большая ответственность для маленьких. За 7 минут они должны показать сказку маленькую, но в полном объеме, чтобы зрителям было понятно, о чем эта сказка, о чем они хотят рассказать. И, во-вторых, так как они работают с партнерами, 5-6 человек, ну, может, больше, то, конечно, взаимодействие с партнерами – это обязательно. Если этого не будет, цельной сказки не будет. В конкурсе участвовали ребята из 6 детских садов столицы. Лучшей признана сказка «Дюймовочка», которую поставили воспитанники детского сада номер 95. Маленькие артисты остались довольны выступлением. Ведь самое главное не победа, а то, что зрители поверили в сказку. Такой стала эта среда. Далее вас ждет полезная информация. Я прощаюсь до завтра.
учитель. Какие ассоциации вызывает эта профессия? У каждого они свои. Будь то опытный педагог в возрасте с указкой в руке или молодой амбициозный преподаватель около интерактивной доски. Объединяет их одно – любовь к своей профессии. Сегодня учитель востребован, пожалуй, как никогда прежде. Они передают нам знания и на курсах иностранных языков, на всевозможных мастер-классах, а также в сфере физкультуры и спорта. Но все же в первую очередь недостаток в учителях испытывают школы. Сегодня мы открываем проект, который мы назвали «Платформа педагогического мастерства». Молодежь не так охотно идет в школу, и наша задача, мы видим в том ее решение в теснейшем взаимодействии с общеобразовательной школой, постараться привлечь педагога, молодого педагога в школу, иначе нет будущего у нашего образования. А кто может лучше всего рассказать, что ждет будущих учителей в школе? Конечно, педагог, который уже преподает. И не просто преподаватель, а лучший из лучших. Например, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 2018». Татьяна Якунина провела открытый урок по русскому языку для выпускников педуниверситета. Кстати, она и сама закончила ЧГПУ имени Яковлева. Я постарался выбрать не ординарный урок. Да? Форма урока была урок-детектив. Почему именно это? Потому что хочу, чтобы дети понимали, что школьников нужно мотивировать, безусловно. И для этого есть абсолютно разные способы. Анна Михно уже совсем скоро сама будет учить детей русскому языку. Она преподаватель начальных классов. Умение заинтересовывать детей и удерживать их внимание особенно актуально для учителя начальной школы. Мне пока что было бы сложно провести такой открытый урок. То, как она составила, подвела к теме урока, было очень интересно. Было также очень интересно, какие были задания. То, что сначала нужно было выбрать словарное слово, потом сделать словосочетание, предложение, уже предложение усложнить. Очень интересно и полезно. Платформа педагогического мастерства – проект нового формата. Теперь в планах ЧГПУ расширить географию участников и привлечь как можно больше специалистов. Традиционные блюда австрийской кухни на вашем столе. Новинка Чебоксарского хлебозавода номер один – фруктовый хлеб. Заботитесь о правильном питании? Для вас хлеб с йодированной солью и топинамбуром. Йод для организма человека незаменим. Это полноценный рост и развитие, правильный обмен веществ, крепкий иммунитет, здоровая психика. Наши новинки – это хлеб топинамбуром и хлеб с йодированной солью – помогут нашим покупателям правильно составить свой рацион питания. Вся продукция относится к постным изделиям. Не знаете, что подать к чаю? Чебоксарский хлебозавод номер один позаботился и об этом. Ватрушки, пирожные, баранки и рогалики. Выбор большой. Недавно ассортимент пополнился новинками. Печенье орешек, сюрприз, изюминка. Все из натуральных ингредиентов. У нас строгий входной контроль сырья, и мы работаем только с проверенными поставщиками. На предприятии большое значение уделяется модернизации оборудования, новым технологиям. В процессе производства участвуют новейшие марки печей и конвейеров, что позволяет нам получать продукцию высокого качества. Чебоксарский хлебозавод номер один выпускает более 200 наименований продукции. Каждый месяц линейка пополняется 2-3 новинками. В наших магазинах мы регулярно проводим дегустации для изучения спроса, для ознакомления покупателей с нашим новым ассортиментом и уже на основе отзывов покупателей принимаем то или иное решение. То есть вводить это в производство, либо искать что-то новое. Купить продукцию завода можно в крупных торговых сетях и фирменных магазинах. Я люблю орешки. Я считаю, что эти орешки самые вкусные. Вкуснее я даже не ела. У них столько много начинки. Я вообще постоянный покупатель. Я только покупаю продукцию Чебоксарского завода номер один, потому что, ну, не знаю, для меня это самое вкусная продукция, без всяких добавок. С молодости я еще это хлебзавод любила. Всегда здесь и торты беру, и слоечки беру, и булочки, и черный очень вкусный. Если бы вкусно не было, я бы никогда не заходила в этот магазин. Продукция предприятия – постоянный призер и победитель различных конкурсов. Батон нарезной признан товаром повышенного качества по результатам исследования Роскачества. А Дарницкий хлеб стал лучшим на международном смотре-конкурсе. Заслуженные награды и любовь покупателей. У первого хлебозавода есть все, чтобы быть первым вот уже 85 лет. На улице весна, пора обновлений.
Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького, 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про Ермак мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели, ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту. И мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене так средняя. Средняя по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького, 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным.